Творчество Ёлки музыкальные критики называют концептуальным и необычным. Певица смогла найти собственный, узнаваемый стиль, которому не изменяет на протяжении всей карьеры. Исполнительница не боится экспериментов, причем не только с музыкой, но и с внешностью. Сейчас артистка продолжает давать концерт и участвовать в телепроектах. Недолюбливая желтую прессу, Ёлка стремится не раскрывать подробности личной жизни. «Живу с кошкой», отшучивалась ранее певица. Тем не менее, журналистам удалось узнать, что Елизавета была замужем за Сергеем Астаховым, не принадлежащим к творческой тусовке. Свадьбу исполнительница сыграла тайно. Мужа тоже не представляла прессе. Как утверждала Ёлка, у нее крепкий и счастливый брак. Тем не менее, в 2016-м появились многочисленные слухи о скором разводе артистки. Журналисты выяснили, что пара никак не достроит загородный дом. Бытовые проблемы начали разрушать семью. А из соцсетей пропали совместные фото. Кроме того, Ёлка уволила супруга с должности личного администратора. Иной профессии у мужчины нет, по слухам. Сергей и до брака не утруждал себя постоянной работой. Сама Ёлка никак не комментирует эту информацию. И как сейчас складываются отношения у супругов, неизвестно. В инстаграме певицы периодически появлялись посты с призывами приютить собаку или кошку, поучаствовать в благотворительной акции. Также публиковался график ближайших гастролей, снимки с репетиций, концертов, путешествий и не более. Ёлка сказала, что изображение мест и людей, которые ей дороги, не появится в публичном доступе. И чем сильнее испытываемые чувства, тем меньше шансов у их объектов засветиться в сети. Поэтому для поклонников артистки стала шокирующей новость о том, что у Елизаветы две взрослые дочери. В 2019-м в прессе появилась информация о детях вокалистки Валерии и Александре. По утверждению папарацци, первая изучала журналистику в высшей школе экономики, а вторая занималась благотворительностью. В инстаграме Александры выложено много совместных фото с Ёлкой, в комментариях которым девушка называет исполнительницу мамой. Есть похожие снимки и в аккаунте самой певицы. Новость о наследницах артистки разделила поклонников на два лагеря. Одни поздравили вокалистку с такими чудесными детьми, другие заподозрили обман. Между Лизой и девушками была небольшая разница в возрасте. Также остаются открытыми вопросы, кто отец девочек, и еще целая серия подробностей, которые после сенсационных фото поклонники и журналисты не могут оставить без внимания. А вам нравится эта артистка? Делитесь своими мыслями в комментариях.